Этим ребятам на днях исполнилось 14 лет, а это значит, что настало время сделать первый шаг во взрослую жизнь. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с депутатом Совета депутатов Инной Монастырской в торжественной обстановке вручили паспорта юным химчанам. Что касается нас, как администрации города, мы бы хотели, чтобы вы остались жить и работать в Химках. Мы будем делать для этого все возможное, для того, чтобы город расцветал, становился лучше. И вы, наши жители, для которых мы работаем, трудимся, давали этому ту должную оценку, которую мы будем заслуживать. Сейчас у вас непростое время. Желаю, чтобы каждый из вас нашел себя, нашел свое дело и был счастлив в своей жизни. Ну и самое главное, чтобы эти паспорта знали только счастливые и радостные отметки в вашей жизни. Поздравляю вас! Многие родители пришли поддержать своих детей. Ведь для подростков это большое событие, и этот день они запомнят на всю жизнь. Думаю, это несет больше ответственности, конечно, чем раньше. Волнительно было. Ну, думаю, открывается больше возможностей, конечно. Буду стараться. Спасибо именно вот за такую организацию праздничную. Очень приятно. Цветы подарили, очень приятно. Спасибо. Традиция вручения паспортов в торжественной обстановке в Химках зародилась несколько лет назад, благодаря проекту губернатора «Чуткая власть».